Я говорю, на полдня хватит, а она уже почти все сделала. Восьмое июня 2022 года, среда. Послезавтра выезжать. Полез в погреб, а там 11 мешков картошки проросшей. Ну, мешки это так, с натяжкой. Вот она насколько. Вот есть там три маленьких ведерка в них. Но все равно 11 уже набирается. И вот сейчас только, конечно, картошка ослаблена. Все соки ушли вот и в отростки. Вот набираем ванну. Увозить. Может, кому надо отдать. Ну, сейчас Люба возьмет сейчас себе на лето, чтобы хватило, а остальные тут оставить. Или даже можно мешочек какой взять с собой. Потому что там приезжать будут люди, костер будет. Вот так. Травить всех. Мне утром сегодня по стационарному телефону позвонил опять кто-то. А я-то думал, Татьяна, я брякнул слова. Христос. И человек опять не положил, еще и положил. Второй раз позвонил опять. Это проверяет, дом или нет. Это проверка идет. Дома. Потому что по телефону, по такому не узнаешь. Ты где находишься, тебе ты ответ. А то именно дома. Кто-то интересуется. И звонит как раз утром. Знает, что в другое время, если меня нету, это ничего не говорит. А утром это определенно, что дома. То есть я полностью расписываю. Тут разгадки-то никакой нету. Я сидел у одного, у него фамилия Горбачев в кабинете. Горбачев. Это Эдуард или кто, немец, собирается в Германию. И, ну, я с воинскими частями тогда вел занятия, встречи. И он говорит, следят за мной, где я. Я понял тогда, надо научиться это все. И небольшим рассуждением пришел уже к точному определению, чего хотят они. Так. Первый склад у меня просмотрен. Сейчас полезу еще, наверное, наверх. Мешки собрать. Все должно быть готово. И вот разбирайте. Большие, маленькие. Сколько нужно, Любовь Николаевна, возьмешь себе на 4 месяца. Благодарю. Бери с избытком. Кому-то надо будет. Тогда мелкая тоже хороша. Ее отдельно сварить, а вареную очистить. А потом растолки и каша. Вот видишь, как хорошо наши сестры дружно работают. Один позавтракал, другой подвиг несет без завтрака. Тут и догадайся, кто. А по весу можно определить, кто ел. На весы и все. А я тут вот все смотрю на стройку рядом. Новостройка, так боюсь за них. 25 этажей. Может, где-то поменьше там, это только вон посередке 25. Видимо, 24. А вот труба была, котельная, насколько она выше. Можно считать, сколько здесь этажей. Вот одна плита, вот это этаж. Этаж. Ну, весь этаж, ширина. Быстро строят. Ну, все, сестры, давайте. Пойду дальше. Покажу, как у нас виноград тут растет. Вот. Калина. Красная калина. Вы знаете, что это такое? Красная калина. Вот второй куст калины красная. А вот высоко летит коршун. Нет, не видать, наверное. Голову смотрю кверху, голова кружится. А это вот у нас тут ревень такой растет. Как лес вырастает. А это вот рядом так вот на столбы все. Это виноград. Зеленого мало. А там на крыше-то расхаживают мои голуби. Остановку там делают в перелете. А еще куда залез? Пошел. По чужим крышам лазить. Не люблю я это. Один раз, чтобы гонять, приходилось разные способы придумать. Пока голубей-то мы их не потравили кошкам за лето. Вот. А теперь осталось всего 8 штук белых, да 2 дикаря черные.
Но уже 4 молодых вывелись, я им условия тут создаю, проверяю. О, вот второй вылез. Вот так. Вот рядом сосед, трехэтажный дом у него. Я допросился, тогда был здесь, Данелия, грузин. И у него там какая-то антенна стояла, на антенну привязал бутылку полтора литровую, мелкую гравий. И оттуда телефонный кабель домой протащил. Голуби садятся, я дергаю, она гремит, они тогда слетают. Мне надо, чтобы летали они. Летали без летального исхода. Вот оно все. Новостройка. Ходил, узнавал, какая организация строит. Спасибо, Господи, помилуй. Плохо, что первый день Пасхи работали. Очень плохо это. Как правило, с последствиями. Вот, вот наши сестры тут работают. Там он, видать, бригантины, 3 таких больших дома. Ну, я не Зорька, не знаю, сколько этажей, но этажей это, наверное, 15-то есть. И вверху вот такая вот загогулина. Вот, видишь, какая, как корабль. А дальше уже прям недалеко шестирядный, то есть 3 туда, 3 обратных. Как сказать, машины идут, дороги или как, полотна. Замечательный, красивый. Барнаул вообще красивый город. Много зелени. 632 вроде тысячи. Небольшой город, так сказать-то. 632. Большую площадь занимает. Много старых домов среди больших. Все это интересно так. И где-то 171,5 тысячи машин входят в двадцатку самых насыщенных. А вот... У меня было скворечников 5, и все, кажется, жили скворцы. Сейчас ни в одном нету. И даже в деревне нету. Фермеры травят поля, они этих отравленных червяков достают, и все погибают. Мало-мало осталось. А я на ласточек это не влияет. Новое поколение мошек летает, они их едят. Стрижи здесь, прям все небо исчерчено бывает. А вот это вот какими-то полосами все время, полосами, полосами, облаками. А утром встанешь, как будто там тоже многорядное движение. Вот с этой стороны даже посмотреть, и то видать, как вот одна полоса, вторая, третья, пятнадцатая. Небо кто-то нам украшает так. Всякое, говорят знатоки. А я не знаю. Даже вот издалека там видать, он где, как оно в разных направлениях. Полосы. Раньше облака такими не были. Кучевые. Все. А тут коршуньё летят, аисты бывают, журавли. Высоко летят. Это у нас тут вот дрова еще сколько есть. Экономно были бы, еще на дольше хватило. Ну вот так. Наказы даю. Мне главное тут это голуби. Кошек забираю. Там одна уже есть наша. Еще 3 туда увезу. Это будет 4. У Львова Николаевна еще одна есть. Надежда Васильевна что-то тут ходит. Вытряхивает мешки. Все.